Обменные гастроли для региональных театров – дело привычное. Но передать все краски сценического волшебства редко удавалось из-за отсутствия родных декораций. Перевозить их за сотни километров было очень затратно. Поддержка из федерального бюджета в корне изменила ситуацию. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодежи» Марийский театр привез в столицу Чувашии сразу 3 детских спектакля: «Гадкий утенок», «Приключения Чиполлино» и «Вишневый сад». Посмотреть другой театр, другие спектакли – это всегда очень интересно. Чем отличается Марийский театр? У них всегда очень спектакли трогательные, нежные. Они умеют работать с детской аудиторией, чувствуется любовь к детям, к этой аудитории. Ну, наверное, в театре детском можно работать только так. Дружба между Марийским и Чувашским театрами завязалась давно. Соседи приехали в театр юного зрителя уже в 3-й раз. В этом году, благодаря оригинальным декорациям, спектакли выглядят иначе. А сценические образы, созданные актерами, вызывают бурю детских переживаний. Я сегодня сидел в первом ряду в зале, фотографировал и обращал внимание, как смотрят дети. Это были 4-5 классы. Спектакль «Гадкий утенок», как мне кажется, очень удался. Зрители были очень внимательными, сопереживали герою. Маленькая девочка сидела и плакала. Ну, похоже на этого гадкого утенка. В жизни когда-либо мы с этим сталкивались. Или нас обидели в детстве, или в садике, в школе. Но эта сказка учит преодолевать вот эту обиду, приходить эту грань и не превращаться в жестокого человека. Уже в следующем месяце чувашские артисты поедут к соседям с ответными гастролями. Для марийских зрителей они приготовили спектакли «Недоросль» и «Репка». В рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» запланировано показать более 800 спектаклей в 77 городах России. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Арена Гавелян, Республика.